Сто лет назад здесь был самый шикарный ресторан Самары. После революции здание в стиле модерн пришло большевикам. Горожанам оно запомнилось как старый тюз. Реставрация здесь началась в конце 2014 года, когда сняли слой штукатурки, под ним обнаружились остатки дореволюционных барельефов. Восстановят и их, хотя изначально это не входило в проект. После реставрации сюда переедет областной театр кукол. Для этого к историческому зданию пристраивают новый корпус. Переходом между ними станет сцена. Полностью сцена, которая и находилась и раньше в ресторане «Аквариум», сохранена в полном объеме. Можно увидеть колонны, которые также в первоначальном состоянии находятся, также будут отреставрированы. Старое здание переходит в новое здание именно в части сцены. Эта сцена помнит очень многое. И то, как до революции в ресторане «Аквариум» здесь пел цыганский хор, и то, как в 1922 году здесь была создана первая в области пионерская дружина. Теперь это здание готовится обрести новую судьбу, а на этой сцене будут ставить кукольные спектакли. Все работы обещают закончить к 2017 году, а вот здание Русского торгово-промышленного банка на пересечении Куйбышевой-Пионерской уже готово. Полностью восстановлены шатры и кованая решетка на крыше, отремонтированы фасад и кровля. Уже в этом году должны завершиться и работы в здании хлебной биржи. Особое внимание при реставрации исторических объектов обращают на материалы. Они должны быть российского производства и максимально соответствовать первоначальным. За качеством всех работ следит специальная комиссия. Конечно, одна из проблем – это качество выполнения работ, всем, кто бы на протяжении многих лет данное здание нас радовали. Не все объекты сегодня подписаны, работа выполнена, но они не приняты, поскольку выявлены замечания. Ряд строительных организаций привлекаются к ответственности. Сегодня подобные реконструкции финансируются по трем программам. Основная – это подготовка к чемпионату мира 2018 года. По ней на ремонт запланировано 2 миллиарда 280 миллионов рублей. Это позволит только в этом году отреставрировать более 60 объектов культурного наследия. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.